Девушка, два Лонг-Айленда принесите, пожалуйста. Спасибо. Друзья, мы сегодня в клубе «Лондон» на замечательной вечеринке, посвященной возвращению замечательной певицы Лады Дэнс. Сегодня будем задаваться такими вопросами, как что такое для человека танцы? Что для человека означает в жизни слово «дэнс»? В моей жизни танец – это жизнь. Наверное. Танцы – это жизнь. Конечно. Ну, как бы, если не умеешь танцевать, не выходи на сцену. В моей жизни слово «танцы» означает «Джек Дэниелс» и «девушки». Ну, когда я слышу слово «дэнс», для меня в первую очередь возникает ассоциация «Лада». «Дэнс» для меня – это все. Говорят, что я очень хорошо двигаюсь. А я даже не замечаю, что я двигаю. Скажи, пожалуйста, что для тебя означает слово «танцы»? Движение, мужчины, энергия. Для меня танцы, Дима, это развести телку на секс. В данный момент я пришел «Лада Дэнс», ее легендарное возвращение. По дивизию нолик! Я другой вопрос задал, подожди, стой. Что для тебя означает слово «дэнс»? Танцы, шманцы, обниманцы. Позитив. Любовь. Но танцем это вообще назвать достаточно сложно. Танец – это состояние. И все жизненные ситуации надо протанцовывать. Опять. Чем отличаются модели марки «Лады»? Пятерка, шестерка. А у тебя была вообще в твоей жизни пятерка? Я имею в виду «Лада», пятерка была? Да, была. Мне было 6 лет. Я не люблю русские автомобили. У меня 21.05. Да, 21.053 был машина. У меня сзади был написан «Хулиган». Тонированная жига была. Увы, я слишком много пью и не вожу машину. Я люблю один автомобиль. Маруся. Да я вообще не умею водить машину. У меня права уже просрочились. Российский автопром самый лучший. Лада – это Лада. А Бентли – это Бентли. Мне все равно, потому что цены у таксистов практически не меняются. Я сегодня приехал. Старый десятка, желтый свет. Десятая модель, казалось, конечно, это хорошо, какая бы машина ни была. Главное, чтобы задницу возила. Я езжу за пятерку и за десятку. Особенно, когда предлагают. Ты знаешь, я думаю, что один раз посидев за рулем иностранной машины, за русскую уже не сядешь. Я выбираю «Ладу Калина». «Лада Калина» – это моя машина. И эта машина все-таки, мне кажется, для российских дорог. Итак, Лондон. Триумфальное возвращение звезды. «Лада Дэнс». Я бы спел с «Ладой Дэнс». Правда, у меня голоса нет, но я бы спел. Все в твоих руках. Что ты готов сказать «Ладе Дэнс»? Я считаю, «Лада Дэнс» молодец, и все лучше еще впереди. Я все-таки желаю, чтобы это возвращение, оно было более даже удачным, чем появление. Да, я слышал, что она наконец-то стала делать хаус-музыку, я очень рад. Ну, удачи, конечно, удачи. Она нереально крутая девушка. Ее любят. Спасибо. И удачи твоему творчеству. Надо, черный брат тебя. Целую. На меня упал бокал. У тебя есть машина? Да, стиральная, вязка, автомат. Еще какая-то машина для выбривания волос из уха еще. Че так умный-то? Да я же бабушку закончил. И че? Иди нахуй! Это был клуб «Лондон», это был Майкл, и это было «Party Vision». Специально для вас. Улыбайтесь почаще, друзья. Всего доброго и до свидания.